Сегодня одно из наиболее актуальных направлений в волонтерстве – поддержка бойцов в зоне СВО. Но, как отмечает руководитель волонтерского центра «Радость моя» Анна Виноградова, малоимущие люди и дети-инвалиды также продолжают нуждаться в помощи. На это и направлена ежегодная акция «Пасхальные дни милосердия», которая проходит с 2011 года перед праздником Светлой Пасхи. В этом году волонтеры по традиции готовят домашние поздравления для ребят с ОВЗ и инвалидностью, а также планируют общее праздничное мероприятие на базе культурно-просветительского центра Саровского благочиния. Для детей самых маленьких они идут на праздник студии «Родничок», где умеют очень деликатно и тонко общаться именно с детками маленького возраста. Детей постарше, начиная со школьного возраста, мы приглашаем на пасхальный праздник, вот, где будут у нас мастер-классы, концерт, вот, и угощения, и подарки. В рамках домашних поздравлений волонтеры проводят для ребят мастер-классы и игры. Сбор средств для акции «Пасхальные дни милосердия» еще продолжается. Сейчас деньги нужны для организации массового праздника, а также на закупку подарков для детей и детских домов. Остаток средств, собранных как бы на подарки, мы используем для оказания адресной помощи. Есть семьи, которым эта помощь всегда необходима. Причем есть семьи, дети, которым невозможно даже устроить праздник. То есть состояние здоровья не позволяет этого. Вот. Но мы стараемся им помочь. Помочь средствами ухода за ребенком, оплачиваем покупку специального питания. Сбор средств для акции проходит в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Последние сборы состоятся 7 и 8 апреля. В пятницу с 17 до 21 часа, в субботу с 12 до 18 часов. Деньги можно перевести и не выходя из дома с помощью QR-кода, который можно найти в группе волонтерского центра ВКонтакте. То многие детки наши, которые были маленькие, они уже подросли. И кто-то даже сумел поступить в какие-то училища, но у ребят взрослая жизнь. Кто-то просто, в силу возраста им эта программа уже не интересна. Но у нас есть возможность включить в список подопечных новые семьи. Поэтому, кому интересно, мы всем рады и всех приглашаем. Также в рамках акции «Пасхальные дни милосердия» по 17 апреля проходит сбор гуманитарной помощи для осужденных исправительных колоний. Требуются гигиенические и канцелярские принадлежности. Справки по телефону 8-906-353-46-37. Светлана Юрнова, Константин Островский, Евгений Ващенко, Служба новостей Саров, 24.